Я покажу вам типичный американский дом. Это обычно на втором этаже спальни. Называется bedrooms. Да, а потом какой-то клозет. Что-то вот тут лежит, какие-то штуки compliance, да, ну, для дома какие-то штуки. Тут опять спальня на втором этаже, туалет, ванная. Да, у них еще прикольно вот этот кран, он как бы крутишь и настраивает. Сначала холодное идет, а потом горячее по кругу. И вот тебе нужно настроить этот кран. Очень, очень забавно. Да, это второй этаж. Еще часто ковром покрыто, для, ну, я так понимаю, и ходить мягче, и чтобы звук не так распространялся. Вот очень часто лестница ковром на второй этаж покрыта. Ну, тут, соответственно, все обедают. Обычно нет у них чайников. Это вот первый дом, где я встретил чайник. Не, второй, наверное. Да, второй в Хьюстоне еще я там видел тот чайник. Потому что они пьют только холодное. Ну, вот в Южных Штатах, да. Так, это выход на бэк-ярд. Давайте мы тоже тут откроем. Ну, туда не пойдем. Тут в данном доме люди не всегда живут. И поэтому они сделали, чтобы никто не забрался. Вот, так простенько. Вот это basement называется, подвал. Да, ну, в принципе, мы тоже можем посмотреть его. Это для наказанных. Там тоже туалет, ванна есть. Тут наказанные живут. Ну и вот такой, это типичный очень маленький, очень дом бедного американца, я думаю. Как выглядит снаружи. Давайте тоже посмотрим. Вот так neighborhood выглядит.